Успеть отремонтировать школы за 2 года – одна из главных задач на 2022-2023. Сегодня в Доме правительства состоялось рабочее заседание, на котором обсуждали капитальный ремонт школ. В 2022-2023 годах будут отремонтированы и оснащены 31 школа в 15 муниципалитетах. В 13 объектах с 2-летним циклом работы не вызывают опасений и ведутся в соответствии с графиком. Но есть и школы, у которых не все гладко с проведением капитального ремонта. Это 8-я гимназия Шумерли, 5-я школа Новочебоксарска, 23-я, 38-я и 7-я школа Чебоксар. Причем у всех проблемных школ в Чебоксарах один и тот же подрядчик – «Глобалстрой». Министрам и главам муниципалитетов глава Чувашии поручил привести в порядок процессы работ и не допустить отставания под сроком. Основной проблемой в рамках осуществления капитального ремонта объектов образования является выявление неучтенных видов работ, что требует дополнительной экспертизы и финансирования, а также отставание от графиков проведения работ и недостаточное количество рабочих на объектах.